Молодец. Пипец. Подставляй бокал, ёханый бабай. Мы будем работать в трезвом виде когда-то или нет, скажите мне? Я трезвый. Всегда практически Марат. Прям с языка сняли. Доброго ранку, мы из Украины. Такі здрасте. Катенька, да я тебе сказал, начни, покажи людям. Сейчас многие в Африке сидят и снега никогда не видели. Покажи снег, тебе говорю. Я показала. Ох и погода такая, что мама дорогая. Ёшкин ты кот. Аж Пунь. Шо, кто-то потерял еще хозяина. Все, показала? Да, Сережа. Да иди сюда, ты замерзнешь, потом снимать некому будет. Короче, друзья, всем привет, с вами я, Селебан. Привет, мои хорошие. Джамбалейло, джамбалайла, та-да-дай-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Короче, вот такой рецепт вас ждет. Марат, Джан. Всем шалом. Ага, расскажи в трех словах. Ребята, прекрасное зимнее утро. И у нас сегодня со снегом теплый прекрасный рецепт креольской кухни. Это Латинская Америка. Ты знаешь, что такие креолы вообще? Я знаю, Джипси Кинг, там, Хулио Иглесиас, Криштиано Роналдо, это все, это из этого племени? Это, короче, португальцы с испанцами, когда покоряли Америку, вот первый раз туда приезжали, ага. Они нет-нет и как бы соединялись с индейцами. Слушай, у меня с ними много общего, мы с Катей были на Занзибаре, короче, и нас возили на остров, там, где была тюрьма, короче, Занзибар — это единственная страна, которая то ли два, то ли историки, поправьте, пожалуйста, сколько-то раз проигрывали в войну, ни разу не выстрелив. Просто португальцы туда пригребали на своих гондолах, захватывали их, короче, брали их в рабство, не дай бог никому. Какие мудрые занзибарцы? Ты не дала мне договорить. Да, пожалуйста. А уже не надо. Ну хорошо, так значит, не так-то уж и важно. Креолы — это те, кто, ну вот смесь европейских, там, испанцев, португальцев с индейцами, получились вот такие метисы, их называют до сих пор креолы. Замечательные, вкусные, теплые, в любую погоду кухни. Очень красивые люди, на самом деле, внешне, очень прекрасные. У меня был один знакомый такой. Ты что, а мне там тоже занзибарки. Он или она? Он. Занзибарки понравились. Он, Катя. Все, готовим, короче, креольское блюдо, называется джамбалая. Есть прекрасная песня про это, можете, кто постарше, те точно знают. А ты знаешь слова ее? Самое, а ну пой. Самое главное. Джамбалайо, джамбалайо. Да-да-да-да-да-да-да, Россия. Не та песня. Ну я ж помоложе буду, у меня и джамбалая другая. Вот это колбаса. Слушай, отрежь кусочек этой колбаски, а? Успокойся, я еще нож не заточил. Оно так пахнет вкусно. Ребят, в этом блюде самое главное, чтобы была курица, были копчености. Там могут быть обычные сосиски копченые. Просто я сегодня вот зашел к Лилечке туда на привоз. Стой, у нас свет пропал. Нет, включился. Погода. Не надо баловаться, пожалуйста. Я что, что за дискотека? Блин, надо было мне не петь. Джамбалайо, джамбалайо. Сейчас электрик сидит, короче, понял? Наши видео смотрит и на рубильнике там. Давай, Любован, отжигай. Эх ты. Нужны копчености, нужна курочка. Но это все должно быть связано с курицей? Много специй. Я объясню потом, какие. Самое главное — это зира, эстрагон и тимьян. А ты что, ну у нас все это есть? У нас все есть. Несмотря на эту, как это, латиноамериканскую... заснеженную... кухню, все специи и все продукты с привоза нашего родного, любимого привоза. Ох, и колбаса тебя, Катя, ждет. Ешкин ты кот. Ты у Лили покупал колбаску? А как же? Ты что? Марат, это быстро готовится? После нарезки готовится достаточно быстро. Угу. Лилечка так и знает толк в толщине. 45 минут. Чтоб ты была здорова. Смотри, мама дорогая. Ты, фу. Это копченая куриная. А сочное с нее ж потекло. Обалдеть. Катенька. А Лилечка даже отправляет эту колбаску почтой. Да. Кому нужно. Да не только колбаску. Там у нее целую этот. Ты о том, чтобы поставить Лилин телефон? А много вопросов. Лиля, курочка. Так что звоните и кайфуйте. Тем более те любители-ценители, которые повторяют за нами рецепты. А если еще с продуктами с привоза, вообще будет хуже оригинала. Или лучше. Марат, куда? У меня вопрос. К соседу? У меня вопрос. Говори. Задавай. Я могу выпить разгорячительного напитка? Ты у телезрителя спрашиваешь? У тебя. Ребята, в комментариях дайте, пожалуйста. Я переживаю, как Марат домой доберется. Он уже дома. Зачем ему ехать? Могу не переживать, Марат? Да не переживай, максимум доберется. Смотри. Мелания дома, Ульяна Елисейка у бабушки.
Вот я вы тебя предпочитаете послушай, на втором или на первом? Послушай меня, послушай меня. Света в ульяновой кроватке, а ты в Елисейкино на втором этаже. Ну, максимум я тебе подписи свожу, там часа в два ночи разочек. И все. И не надо никуда тебе ехать. Мне эту колбаску надо есть или нарезать. Каким образом? Позвони Давиду, пусть идет котов, покормит вечером, и тогда я остаюсь у тебя. Царю? Да. Хорошо. А Света? Света куда она денется? Марат, дай мне что-нибудь делать, сделать, кроме этой колбаски. Давай я буду подготавливать копчение. Да, первым делом... Там же еще будет рис, короче. Это креольский плов, правильно? Полтора килограмма риса нам сегодня понадобится на чуть больше 2 килограмма мяса. Добазикались. Здесь у нас 1,8 кг, здесь у нас почти 1,5, но мы колбаску оставим Кате на завтрак, на завтра еще. Ребята, нам всем вместе. Ребята, поддержите меня как художника, и шо? Просто оператор меня зафукал, говорит, ты не умеешь украшать. Ну что это низко. За прелесть? Низко. Я говорю, что надо все повыше. Что вот это ты? Катя, на уровне... ты хочешь, скажи мне, ты хочешь, чтобы у меня затылок болел на эту красоту? Знаете, смотри. Марат, я внутри себя приняла решение. Ты если будешь долго я баловаться... Я не боюсь этого. А, да? Очень даже интересная штучка такая. Бери ее с собой туда в дом. Бамболео! Вечером я ее... Бамболео! Да, не знаю, где взялась, сама привязалась, елки-палки. А серьезно, где ты взял? А? На барахолке без тебя разок сходил. Хорошо, идем со мной в машину. На тебе ключ. Зачем? Ну, мы должны были на барахолку ехать. Серега, барахолка, барахолка приехала к нам. Серьезно? Да. Слышишь? Давай так ходить, чтобы мы в фильмоскопы не за этот. Давай, подойди на... сейчас. Давай, пленкой там закрой, там саркофаг возьми и пойдем. Давай. В натуре не знает, что там в машине. Я знаю, а он нет. Мы должны были ехать туда на барахолку, но с погодными условиями барахолка сегодня не вышла. Она меня неделю теребит, это интрига, елки-палки. Говорит, пойди на барахолку, ты кайфанешь. Я уже знаю, а ты узнаешь именно во время. Может, я, на... я знаю, а ты не знаешь. А сегодня Катя ездила, получается, в Одессу, забирала Маратика со Светой, и вы заехали туда, куда надо? Да. Ну идем. Ты донесешь? Я сам должен выйти. Ну, не, пошли. Вы тоже идти, Катя? Ну, я не знаю, 35 килограмм. Охраняй колбаску. А. Сколько? 35. Мешок цемента? Пошли, 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 не доложили. Пошли. Я иду с тобой. Он идет. Пошли, ридненький. Ёшкин кот. Снегоуборочная машина? Да. Марат, тихо, ты тут, чтобы на шпагат не сел, тут скользко. Газонокосительная. Газонокосительная нет такого слова. Итак, на газонокосящая. Старт. Газонокосящая. Куда, в багажник? На старт. Да, внимание. Марш! Джамболео! Джамболео! Ёп! Ты шо? У тебя ж снег на глазок упал. Нормально? Нормально, да. Ё-моё! Аккуратно, аккуратно. Там вот этот колокольчик. Сережа, очень аккуратно. Ты шо? Очень аккуратно. Жалко, что я не вижу твое выражение стой, лица. Стой, стой, стой. Охренеть. Нет, его же не поднять. Марат, подожди. Блять. Стой, надо еще одного. Зови Свету. Несешь? Сейчас, подожди. Взял. Неси, Марат, аккуратно. Охренеть, чудовище. Покажите поставь его. Его. Пока. Ёшкин кот. Офигеть. Вот это... вот это дед, йо-хо-хо. Где ты его нарулила? Ну как тебе? Шикардос. Слушай. Здоровый. Тяжелый. Да, а там это... чуть-чуть надо, это есть, там дефектик. Надо а, чуть-чуть. Это было? Да. Ничего, починим. У него еще колокольчик в машине. Бери его за жопу. Не, вот так вот за жопу бери и понесли. Вы идите, я сейчас возьму колокольчик и приду. Давай. Вот ты даешь. Это я пришел. Новый год принес. Нифига себе, джамбалейла. Елки-палки. А я даже не в сапогах. Катенька, я боюсь спросить, вытащить. Где он будет стоять? Из снега Снегурочку. Я еще нет, сама я не боюсь знаю. Спросить, а как выглядит Снегурочка? Нет, она что, не влезла в машину? Встала нет, сюда? Не досталась. А что, кто-то купил Дед Мороза? Ты знаешь, Сережа? Красавчик. Я его, держи колокольчиком в руку. Я его еще хотела купить на прошлый Новый год. А, вот так вот? Но не сложилось, а потом он исчез с продажи. А сегодня, смотрю, не сегодня, на днях, на неделях. Появился? Лежу. Появился, думаю. Ребята, с наступающим! Чтобы у всех мечты сбывались. Джингл белл и джамбалая как-то созвучно, да? Все, значит, мы готовим то, что надо. Ну, красивый же, а? Шикарный. Еще тебе такую нравится? Погоду вручила? Да. А? Шикарный вид. Вот такими кусочками.
Хорошие крупные кусочки, да? Да. На курочку. Колбаску, ты говоришь, надо, получается, крупными кусочками обжаривать. Так я ее сейчас так вот врежу. Да? Да. И вот так вот. Толщина тебя устраивает? Да. Именно вот такая. Ёлки-палки. Ты шо? Это же моя любимая яичница. Ребят, опять же повторяю, может быть любая сосиска копченая. Главное в этом блюде придать копченый вкус. Сюда, кстати, еще добавляют и креветки. Вот ко всему этому. Копченые? Нет, жареные. А что они там, коптить их не умеют? Так, Сережа, ты не с того начал. Я тебя просил за это, рис замочить. Хорошо. Считай, что договорились. Или здесь будешь замачивать? Я здесь, у меня здесь все условия есть для того, чтобы замочить. Я, конечно, рис люблю, но колбаску больше. Поэтому и начал с нее. Я пойду погреюсь немножко. Давай, иди. Ты все рассказал, что надо как да, делать? Дальше будет только процесс. Все, а овощи? Также... Овощи все нарезаем крупненько, довольно. Эх ты, ребята, спасибо оператору. Угу. А короче, что? Мы тут шмаляем в экстремальных условиях. Я ненадолго. А ты, любовь моя, пойди погрейся, да. Я мы сейчас быстренько все пока нарежем. В теплой водичке. Насколько рис замочим? Как для плова? Вот пока мы будем обжаривать все, полчаса ему хватит. Замечательно. Дема, красивая миска. Обера. О, Слайка, печка в надежном месте. Я бы сейчас, конечно, и кофейка навернул, но хочется что-то покрепче. И скажи мне, как тебе вот эта вот полыночка? Ой. Шикардос. Просто шикарно. Может мне налить, если у тебя руки чистые. Ридненький, с удовольствием. А мне тоже полыночку. Она с привкусом или просто? Легонький, легенький привкус такой травки. Боже мой. Вот это самогоночка. Что, тогда тебе надо? Не, я сейчас пойду... Ладно. Полегче чуть-чуть. На! Это же вообще вкуснячая. Не, это на аперитив. Иди не балуйся, ну его в баню. Так, где рис? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All my troubles is too far, far, far away. Эй, сотрешь? О, что у меня для него есть? Сережа, ну! Так я недолго, елки-палки. Теперь это наш Дед Мороз. Настоящий. Ладно. Я что хотел сказать, Катюня? А знаешь, что мне сказал по секрету продавец? Что там еще один второй такой есть. Внутри? Нет. Я думаю, что он такой тяжелый. Я что хотел сказать? Рога есть, а оленя нет, елки-палки. Вот, точно, слушай. Давай-ка оленя нам. Может, ему сюда, у меня есть шуруповерт. Нет. Два в одном, примастырить. Я эти рога обещал Сереге на привоз. Нет, эти мы не отдаем, наверное. Серега, что делать? Пока здесь побуд. Потом, попозже. Там еще он одни есть. Я Васильевичу позвонил, знаешь, сколько тебе рогов пришлет? Обалдеть. Сережа, успокойся. Я как сварливая женщина должна сказать «нет». Я хотел наоборот сказать, что ты не сварливая. Это у меня одно сплошное изящество. Ты посмотри сюда, Марат. А? О, да, я рюмочку себе принесла. Что она вынесла? Семья. Засосала, родненький. А ну дальше у нее не открывается. Карман есть? Да руки замерзли. О. Для сугрева. Сегодня надо по-любому. Ой. Маратик, ты компанию составишь? Конечно. Давай. На пол рюмочки. А у нас тут, слушай, чего только нету. А потому что погода такая. Прям рок изобилия. У меня руки замерзли, все улетает. Короче, условия... Давайте бегом грейте, чтобы мне руки не мерзли. Катенька. У нас прям как положено, мужская и женская рюмочка, Маратик. Ну, давайте. С первым снегом. Первым снегом. А ты что? Да хотел крикнуть горько, короче. Ты ничего не попутал? Ты лучше не пей. Давай. А потому что дрофа эта песня. Катюша, лови закуску сразу со старту. Моя ты хорошая. Смотри сюда. Дынь. Там есть колбаска. Ты пока отрежешь? Курицу хаотично можно вообще вот так вот ее как угодно. А лучше порвать руками. Но у меня же есть такой нож. Слышишь, я эту курицу разделывал, и я понимаю, что я сам Лилечке позвоню. Марат, вы ее пробовали? И пусть она нам сюда отправит. Обалдеть. Рыбу? Или, а, курица? Какую рыбу мы сегодня? Все, уже я выпила рюмочку, уже у меня курица рыбой стала. Да? Лиля, вы большие молодцы. Это же надо вот такое вот, смотри, какое сочное, вкусное, руками разбирающееся мясо.
Даже на морозе эта курица согревает. Вот так вот рвешь, рвешь ее, короче, по этому. Как ты сказал, это народность называется? Креолы. По-креольски вот так вот ее рвешь, рвешь и все. И гай гуй цоп цабе получается. Марат, тебе чупа-чупс остался. Так. Слушай, ну прям так, зима, я не понял, правда? Короче. Это португальцы приплыли, а креолы их таким блюдом встретили? Нет. Креолы получились из смеси португальцев, испанцев и коренного населения. А-а-а! Индейцы. Я понял. А пока они вот это совокуплялись, им надо было что-то кушать, короче, я понял. Да, потом получилось вот такое блюдо. Все. Правильно. Теперь я все знаю. Вы совокупляли сегодня перед приготовлением? Больше не наливай. Ё-моё, ты что? Давай, не, может, стриптиз хоть станцует? Я ни разу не видел. Дед Морозом. Точно. Легко, Сережка. А я тебе спою. Я тогда танцевать не смогу, если ты будешь петь. Слушай, ну как символично под первый снег к нам заехал Санта-Клаус, Марат? Это вообще чудо, просто праздник какой-то. А вот что ты думал, что я туда притащу с барахолки? Вот вообще, вот честно, ничего не думал. Но точно знал, что нужное, да? Я же на барахолку хожу, ну, походить, поговорить, послушать, просто полюбоваться. А она у меня ходит зачем-то, понимаешь? Причем даже ходит так, что не выходя из дому. Тебе остается пососать это или что? Да. Хорошо. Налей еще рюмочку. Тихо, Катя, не чисти. А я люблю три выпить и потом не пить, Марат. А я вообще предлагал в доме снять. В доме снять? Ну, в доме снять, думаю. Не, ну здесь не. Колорить некуда. Ну, я просто подумал, что ты не разрешишь вот этот казанчик маленький. Это же малыш, это заглядение. Ты бы мог даже не спрашивать. Это ювелирная работа, я не знаю, божье творение какое-то. Смотри, Санта-Клаус недоволен. Сейчас тебе колокольчиком по башке даст. Кать, успокойся, я же любуюсь. Марат, можно поджигать? Да. Хлобысь, ты же. О! Пошел. Ты шо? Дед Мороз, стой, этот ветер гоняй. Черненько, у тебя чистилка далеко. А что тебе надо почистить? Ну, я хочу повыпендриваться и почистить сельдерей. Именно слои, дать слоями? Нет, я хочу верхний слой, вот этот, который твердый, снять. Я тебе сейчас такое дам. Ваня, Ридненький, Николаев, елки ты палки. Собирайся, приезжай. Короче, нет. Вот тот, что Цвилинг ножик дал, так там и для тебя подарок был. Я же забыл тебе его отдать. Видишь, спрятал. Да, специально. Марат, ну холодно, я вам скажу. А у меня они работают, понимаете? Ту-ту-ту-ту-ду-ду. И внутрь я все время пропускаю тепло. Люди добрые, а бульон вам надо? Да, но еще не рано, еще рано. Ну пусть стоит. Марат, все, пусть стоит. Главное, чтобы не забыть. От сердца и почек дарю. Посмотри сюда. Вот Марат, это тоже надо. Это тоже Цвилинг? Да ладно. Век на лодке не кататься. Деревянное исполнение, ручная работа. Я им знаешь, сколько мог бы сделать? Но тебе Ваня его подарил. Я его даже не пробовал. Попробуй, что это за шедевр. Он сказал, что вы кайфанете. Здесь я все равно готовлю. Больше времени буду готовить здесь у вас. А ну попробуй. Мне просто самому интересно. Что это за маленькая штуковина? Не так. О! Ой, офигеть. Ты что, бумага папиросная? Катюня? Вот это понял, то, что я хотел сделать. Снять вот этот верхний грубый слой. А нам сельдерея сегодня понадобится много, ребят. Без сельдерея это блюдо не готовится. Предупреждаю. Ой, или вы не были в Латинской Америке? Очень много сельдерея. У меня руки просто замерзшие. На, попробуй. Давай я. Тебе лучше получится. Я вам не нужна. Это ты любишь на вот себя, это... а я люблю от себя. Ну, смотри. Я же левша. О, ты понимаешь. Просто кучерявишь, вы готовы. Все. О, Марат, прямо, я не знаю, мы сейчас спаржу какую-то из нее сделаем. Так, сильно не увлекайся, оставь немножко сельдерея. Вот так вот? Да, а я его все порублю. Так, давай, чтобы сейчас тут, как это, комбикорм этот не перемешался с твоей едой, я эти косточки тебе аккуратненько здесь поставлю.
закусочку. Потому что я знаю, что ты такой, что не выбросишь никогда. А я вот это быстренько сейчас залохмачу. Ребят, сельдерея много, но миленько, миленько. От него должен... Он, конечно, будет чувствоваться в блюде, но самое главное вкус от него передать блюду. Ваня, эта чиселка это какой-то шедевр, слушай, елки-палки. Ты посмотри. Ага. И туда, и сюда можно. У-у-у. Вот это плоды. Главное, надо Хавири, замазать, повезло, блатному Ваньке. Удачно, проворотил скачок. Мы пока воду жарим. Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Туда сходился весь пивной народ. А Зухину, эй, на Жмеринку поедет. А Кочин, Кочин, гибен чемодан. И через 10 дней туда приедет. И будет кушать фиш и марципан. Ту-туру, ту-туру, ту-тун, ту-дун. О! Все. Прямо бомба! Короче, утром с Маратиком созваниваемся. Я ему звоню, говорю, Марат, я тебя поздравляю. Он говорит, с чем? Я говорю, я тебя поздравляю, что мы тут борщ вчера с нутом и фаршем приготовили в ресторане. Вчера еще была погода, я думаю, плохая. Нет, сегодня вообще гайки. Я не знаю, со снегом бы, конечно, мы справились, но было бы в разы сложнее. Да. Холодно. О, Марат. Борщ получился шикарный, повторяйте рецепт. Нереально шикарный. Очень вкусный. Кать, я надеюсь, ты на креольском что-то пишешь? Угу. Моя ты хорошая. На всемирно известном. Человек-рубаха, еще тебе надо? Нет. Все? А говорит, много. Я думал, знаешь, сколько надо? Много. А туда что еще идут? Томаты? Обязательно. Без томатов тоже не готовят. Все. Понятно. Масочка наливаю? Да. Сколько вы должно быть? Так, прилично. Все. Ой. Согласен. Смотри, прям доменная печь. Эта горелка идеальная. Работает. Идеальная. Что я хотел сказать, рис, ребята, 1,5 килограмма, мы точно так же по принципу плова замочили. И 1,5 ложки соли обязательно сюда уронили. Ты шо? А рис какой-то богатый. Ну, как в тот раз Марат готовил. Это не пропаренный, точнее, пропаренный один раз. Один раз. Пропаренный. Один раз. Мы его тогда выкупили и высушили. Ну, и казан потом еще помыли. Нереально вкусный. Я уже специи потихонечку сюда перевожу. Слушай, ты не хочешь добавить сюда вот это вот масло? Оно с перцем. Нереально вкусное, ароматное, остренькое. Вот сейчас, когда мы будем обжаривать на сковородке овощи, можно добавить. Почему да нет? ты что? Даже, вообще это блюдо должно быть островатое. У нас по-любому. У нас сюда есть пойдем. Перчик, но так как у нас много детей сегодня будет кушать, мы совсем чуть-чуть его дадим. Домовились. Слышишь? Страшная красота. Слушайте, какой-то ураган прямо начинается. Сегодня, о, да? Взяли штормовой. Катюня как елочку припорошила, просто песня. Блин. Ой. Ага, почти не видно. Марат, я оголяю, чарброил. Так, хоп, и здесь газ горит. Так что, на этом масле обжарим? Перемешай его с другим. Да я пошутил, оно очень вкусное, лизни его, оно не такое агрессивное, как ты думаешь. Сереж, я не знаю температуру горения этого масла, ну, это самое, поэтому... Ну да, оно... Ну, извините, я дотошный. Оно салатное больше, давай. Оно больше для салатов, поэтому давай перемешаем его с обычным. Что-то у меня сегодня... Это ваши руки замерзли? Не, мокрые. Так, с обычным. Слушай, там жарится вода. Может, что-нибудь еще пожарим? Да, я вот уже мясо туда запускаю. Ага. Марат Джан, прямо с перчиками. Супер. Все, хватит. Катенька, теперь посмотри сюда. Сейчас, две секундочки, Катенька, я тебя уже отпускаю, любовь моя. Лети. На расхват прямо, на расхват, ты Катенька. Ты сегодня... Ага. Молодец. Пошла курочка. Не мешать. Любая часть курицы без кости. Любая подходит. А что я сделал, Марат? Что? То понавешивал? А я вижу, что ты... Смотри, опа-ча. Чуть-чуть распредели просто по казанчику, только не мешай. Не-не-не-не, все. Гай, гуй, шикардос. Я вообще хочу
рога продырявить. Поняла? Типа в них... Объяснись. Вот здесь понаделать дырочек. Ага. И крючочки. Марат, это тот набор, что ты подарила? У него какая-то навязчивая идея. Катюша, и вот тот набор, что ты подарила, сколько там этих экземпляров? Буду здесь висеть. А, ну деревянные красиво будут, Сережа, да. Ну, так а что ты из меня делаешь? Он в доме тоже хотел много шурупчиков почему-то прибить. Почему-то принято в это блюдо класть зеленый перец, только зеленый. Но Славка на привозе, он сказал, пару красненьких не помешает. Славик, лучше, елки-балки. Целуем, обнимаем, братик. Боже это мой. Это сейчас пойдет туда, только посылка. Зеленый. Я думаю, что они там как это, и латинцы, и американцы очень голодные, они просто не могут дождаться, когда он покраснеет. Сразу его съедают. Да. Сделаешь? Что именно? Почистить надо. Полностью? Зубчиков 6-7. С удовольствием. Потому что у меня немножко руки задубили. Не, это же мое любимое, чеснок на морозе лохматить. Ты что, не знал? Так там уже греется, да? Меня Катя по этим параметрам и выбирала. Ну, это мне виднее, по каким параметрам я выбирала тебя. Я ее в кино зову, она мне говорит, а чеснок умеешь на морозе? Я говорю, ни разу меня в кино не приглашал. Стоит и брешет. Понимаете? Серьезно, ни разу не приглашал. Я в третьем ряду никогда не целовался. Марат, о чем вы говорите? Нам... Ладно, я не верю тебе. Ну, зря. Ну, просто очень романтическое знакомство, да, Сереженька? А, вы просто помоложе меня немножко. Говорил, не на... Со Светой на задней парте, хотел сказать. На заднем ряду в кинотеатре все пацаны первые были. Ты что? Он коняк ретивый. Это комплимент. Мы сейчас пересмотрим, короче. Всю жизнь промотали на пленку, да? Нет, я как этот, кастинг, елки-палки. Так я тебя сейчас буду выбирать по чесноку на морозе. Не, хорошо, идеально чистится. То, что доктор прописал, по-любому. Ой, посмотри, какой красивый. Это только у Славика такой чеснок на привозе. Посмотрите. Огромный. Славик. Чем ты его поливаешь, елки-палки? Это наш местный чеснок, это наш. Не какой-нибудь Китай. Редненький. Да. Марат, что ты делаешь? Половина лука сюда. Теперь понятно. Так, раз, два, три, шесть, семь давай, ни туда, ни сюда. Зубчиков огромных чеснока я уже дочищу. Половина лука я уже отправляю прям в казан. Слушай, а что ты как это, ну у тебя руки длинные? А третья часть куда? Я тебе помогу. Так, лук туда, лук сюда. Сельдерей остался? Что тут важно? Овощи. Конечно, я мог бы все это делать в казане, но овощи в этом блюде должны быть именно поджарены. Не припущены, не стушены, а именно поджарены. И вот этот перчик тоже должен быть поджаренный. Обязательно. Те, кто думает, что ты несешь, вы еще плохо его знаете, да. По-другому он и не готовит. А вы слышите, как перец жарится, Марат? От масла вот от этого. А что, думаешь, он на морозе в уши долбится или что, елки-палки? Нет? Нет, мне кажется, что это... А, ты имеешь в виду перец, который в масле? Да. Да? Что? Слышишь, это у него что большое ухо, елки-палки. Эх, Сережка. Что, мешалка? Да. Ой, Марат. А, сказка. Это же уже цвет. О. Это то, что доктор, как говорится, прописал. Это уже пахнет настоящей креольской кухней. Как это? Курино-американской, латиноамериканской. А, на морозе-то он еще по-другому звенит. Шедевр, а не колокольчик. Вроде и мороза еще нет, но слушай, прямо... Смотри, это я... Да, я уже обратила внимание. Нашей принцессе... Галошки. До весны храню, да. Чтоб тут по болоту челяпало. Ну так надо, наверное, занести в дом. Настоящие галоши? Да. Настоящие? Ты что? Тех времен, Марат. Оригинал? Да нам привезли, гости приезжали. Да. Подписчики. А ну размер есть? Ну это как раз будет на... 87-й. На весну. Год. Ты думаешь, это год? Ты что, размер думал? О, снежинки падают. Что-либо я не... Короче, не как это? Не читаю. Оригинальное. Катюша,
Маша. А. Я запускаю. Давайте, Маратик. Ребят, много болгарского перца. Прям много. Потому что в этом блюде оно важно. Очень. Это то, что отличает это блюдо от паэльи, от плова. Там говорят, что это неправильная паэлья. На самом деле здесь очень другие специи будут по сравнению с пловом. И обязательно томаты. Очищенные, взял вот пару баночек таких маленьких. Будет очень вкусно. Томаты обязательно тоже. Можно каких-то специй не добавить, что-то не добавить, но томаты, перец и сельдерей обязательно. Но специи — это очень важно. А за специи спасибо. Привоз, Мариночка, ты шо? Мариночка, дорогая. Это человек, который работает всю жизнь и по классике, елки-палки. Сейчас же все тулят специи в пакетиках, а у нее нет. У нее бумажные конвертики. Ну это именно. Покажи, аж, это аж, вот сзади тебя. Это аж за душу трогает. Смотри. Ха! И все подписано. И все с любовью, да. Копченая. Ну, за специи Марат просто расскажет. Я именно хотел сказать, что вот такие вот конвертики, кулечки. Это классика, это то, что не пропьешь, понимаешь? Ага. О, я ж хотел фотографии показать. Я ж вспомнил классику и Михаила Михайловича Жванецкого вспомнил. Сейчас покажу тебе фотографии. Ти, свои с волосами? Нет. Я без. Пошли там покажем, чтобы снег не налетел. Ну хорошо, давай. Тут все нормально? Слушай, о, я понял. Только не забудь напомнить, хорошо? Угу. Мы зайдем туда пробовать, угу, по-человечески. Угу. И там покажем. Хорошо? Все, так. Добре. А я пока буду, чтобы не профукать, жарить. Ох, Марат, Марат. Да? Да еще все лучше и лучше. Супер. Так, Маратик, бульон я сюда уже ввел. Да, ребят, мы, в этот мы казанчик. Где-то около литра бульона сюда. Куриного. Нет у вас бульона, наливайте воду. Ничего страшного. Ага. У нас случился у Кати в холодильничке бульон. Хорошая хозяйка, замечательная. А вы что думали? Давай, я могу уже эти овощи обжаренные, да, тоже овощи туда отправить? Овощи уже туда, это перчик с луком. Ага. И сейчас на сковородочку буквально каплю масла, капельку. И вжарим. И вводим сельдерей, а ага, я займусь специями. Хорошо, а когда же мы будем жарить нашу колбаску? Чуть позже, вот прямо на сельдерей. На сельдерей чуть-чуть надо обжарить. Примерно пол ложечки чайной сухого чили острого. Дальше. А я пока сельдерей, да. Ты там со специями очень важное, да, расскажи. Копченая паприка. Можно побольше, ложечку чайную где-то. Подожди, это не все. Ох, а пахнет. Тимьян. Тоже где-то примерно чайная ложка. Самая для меня важная специя в этом блюде — это эстрагон, он же тархун. Всего понемногу. Серега, где зира? Вот она. Зиры можешь такую столовую ложку прям хорошую добавить. Размять ладошками? Да. О, хорошая. Покажи. Шикарно. И копченая паприка. А ты же ее давал уже? Нет. Катюня, ты не помнишь? То были помидоры и чили, и чили все, перец. Все, я просто помню, что за чили что-то было. Эх, тебя не проведешь. Так, а что тут сельдерей? Ёлки-палки, как запахло. Сельдерей, да, сейчас она только запахнет. И еще вот, чтобы не забыть, сушеный лук. У кого есть, хорошо, нету, не надо. Весь? Нет, его высыпем весь, только попозже. Хорошо. Перед тем, как вводить рис.
Мне в такую погоду сюда не хватает капельки имбиря. Кстати, как вариант, очень хорошо будет. О, вот это плов, елки-палки. Давай. Обжаривайся. А у нас вместо имбиря у нас чеснок. Скажи мне, а этот пол микрофона осталось? Я могу туда его в бульон добавить? Прямо сейчас. Все. Гайгуй. Полезай вот так вот. Вот так ведь природа умеет наряжать, конечно. Как а оператор запахло, снимать. А? Там вообще здесь переплетение эмоций. Может, уже генератор пора заводить? Сейчас, если не включится, так заведем. Отрубили свет. Я думаю, наверное, как это? Или оборвало, или может специально такой ветер, ребят, передать. Покажи, что с деревьями творится, Катенька. Да. Туда за дом вообще выйти невозможно. Хорошо, что мы сюда вход придумали. С этой стороны. У нас и туда, и сюда можно. Так, что, Марат, поперчить надо по-любому. Перчить хорошо. Ох. И посолить еще лучше, да? Шикардос. Видишь, какой цвет там уже, Катенька? Шикарный. Солить буду на глаз. Еще обязательно нужен будет сахар. Найдем. Дурак. Я говорю, ну... Есть же куча зимних. Да, ну... Мы не перевезли еще. Они еще не переехали. Еще на базе. Ага. Ладно, что? Томаты. Главное, что у нас гриль переехал, Марат. Специи, понимаете, ножи. А обувь нафиг она ему нужна? Я ему вчера говорю, поймешь, за обуви собирайся. Он целую машину загрузил специй и ножей. Томаты в соку, ребят. Ага. И полночи их раскладывал. Ну, и по традиции. Что, Серега, беги за сахаром. Конечно, а ты добавь чеснок. А я добавлю чеснок. Вот так, по-грубому, крупненько. Что-то у нас кипеть перестало. Сейчас, потому что ввели холодные томаты, Катя. Чеснок со снегом? Да. Это по-нашему. Что, жирненькое оно такое, да? Настоящий зервачок. Как называется это? Джамбала? Джамбалая. Джамбалая, джамбалая. Та-д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 а
так метет. Какой шикарный день. Работать. Мне не лень. Такой счастливый я. И песенка моя. Да. Так, даже сюда, я думаю, станем подальше, нас не достанет, но не тут-то было. Так, тряпки все мокрые, все нормально. Ребята, картинка может чуть-чуть темнее, у нас свет отрубило, потому что посмотрите, что творится. Так, что здесь? Финита ля комедия? Да. Поджарили колбаску вместе с копченой курочкой. Ай-яй-яй. Казанчик. Катя. А, все это, я думал, Света сейчас пойдет в казанчик. Света пусть... А я как чувствовал, чуйка у меня такая была с утра, понял? Встал, смотрю, дрова, ну есть немножко, я их туда занес. А-а-а. Так что сейчас печку растопим, и все будет вот то, что надо. Сейчас пора бы заказать было нам с тобой дрова, Сережка. Ну надо было, я говорил, что летом. Слава богу, эти колеса переодели. Да, это точно. Хоть бы показал, что тут делаешь. Посмотри, что тут тебе не видно. Вот это сейчас самое... Сейчас, стойте, постойте, у меня же всего две это руки. Это что? Сухой чеснок. Нет, лук. А, лук. Ёлки-палки. Прямо весь пакетик. Вот он меня всегда замораживал. Да ты что, он такой вкусный. Так как чипсы луковые, только лучше. Мариночка, спасибо. Огромное. Да, все.
все. Все, ребятки, разок помешаем. И буквально через пару минут будем вводить уже рис наш. Слушай, ну как же все-таки колбаска в горячем исполнении с этими окорочками копчеными открылась. Максимально копченая. И перец свое дал, согласись? Да все просто. Один шикарный вид получился. Очень красиво. Дедушка, как тебе на новом месте в снегу? Хорошо? А? Не мерзнешь? Красавчик, не мерзнешь. Похоже, больше не наливать. С дедушкой разговаривать. Я всегда с ними разговариваю, Марат. Так, что, рис? Рис через пару минут. Дай побулькать, пожалуйста. Я его пока сливаю. А я пока порежу сейчас. И нам уже на оформление лучок зеленый. Меленько-меленько так красиво. Хорошо. Какое оформление? Идите свет добудьте сначала, оформление им. Главное, что есть дрова. А? А Сережка не хотел печку. Нет, дрова есть, лежат, но инструмента нема. Нема чем попилить, порубить, елки-палки. Посмотри, что творится. О, прям летом. Бахнуло. У вас такого в Израиле нет? Это самое экстремальное видео, которое мы снимали, по-моему. Это точно. Нет, самое экстремальное для меня было, это когда мы были в Турции, и я на подъемник полез. Елки-палки. Мы поехали на эту гора Бабадаг. Ты ж не готовил, Бабадаг. Ты просто полез на подъемник. А я бы и не смог готовить. Я вот так вот... На подъемнике готовил бы. Я вот так вот сидел, короче, взялся в ручки, она с меня гонит, понял? Еще эту люльку качает. Я говорю, что он совсем боится. Уже? Человек, который прожил сколько? 8 лет на 11 этаже, боится высоты. Больше, чем 8 раз. Да. Ну, видишь, я не в курсе немножко. Слава Богу, Боженька это увидел и говорит: Серега, спускайся на землю. Хватит тебе мучиться. Тем более ты хотел. Ох, Катюша, иди сюда. Оставь ты про меня, да про меня. Ты посмотри на эту прелесть. Ребята, рис басмати сегодня прекрасный. Он для этого блюда подходит как никто. Другой. Да. Ничто. Шикардос. Води. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам, да-дам. Опа, сейчас, тихо. Та-да-да-дам. Руки не слушаются, елки-палки. Пошел рис. Не, ну в этом что-то есть, да? Когда ты таком когда на ты таком... Попробуешь, тогда ты поймешь, что в этом что-то есть. Нет, я имею в виду, когда ты на таком холоде готовишь. А, в этом точно что-то есть. Что-то откуда-то она за, упало. Она за погодные условия. А потом садишься и в тепле кушаешь. М-м-м. Катюня, с такой погодой здесь не что-то упало, а что-то еще может от соседей прилететь. А, это та коробка, которую я оставила там далеко. Это она пошла сзади дома укрывать цветок. Я говорю, это бесполезно. Так, походу, оно ее... Подожди, еще минут 15, ветер ее обратно туда же вернет, короче. Ай, Марат, я с этим нектаром выливаю. Усё. Все, выровняй, и я буду за ним наблюдать. Я думаю, что водички нам добавлять не надо будет. Я тоже так думаю. Плюс-минус тот же вариант, как с пловом, ребят, мы готовим. Нет, точно не надо будет. И закрываем крышкой? Да. 25 минут? 20. 20 минут. Мы же его запарили, этот рис. Замочили, точнее. Ай, цвет какой красивый. А? Лучший. Боже, закрывай. Боже. Какая красотища. Культуристы снеговики на базе, елки-палки. А завтра мы снимем... Что это зеленый лук, ребят? А, серьезно? Марат, а завтра мы снимем завтрак все вместе. А это я вообще не знаю, это дреды кальмара, елки-палки. А ну. Не, слышишь, заснеженный перец. Гэть другой. Иди сюда, Катюня, у нас уже бушлат вспотел. Конь у нас тут стоит снежный, блин, мне нравится, супер! Блин, посмотри, это как в фильмах каких-то. Да иди сюда, Кать, ну что ты как это, елки-палки, может я... Слышишь? Замерз. Рында не звонит, покажи, как выглядит красиво гриль. А? А там, смотри, как красиво свечи горят. А, Катя, как я говорю, покажи, я люблю. Как красиво выглядит гриль, обалдеть. Ты что, а что с Рындой? А с дедушкой что? Смотри, какой он стал снежный. Та деда, ну его в баню, все нормально с ним. А елки какие, блин! Сережа! Пошли лучше с тобой гулять. Совсем другое дело. А, какая красота! Моя ты рындочка, елки-палки. А ямы для моих пионов.
А ну, моя девочка, все. А я думаю, что такое, оглохла маленькая. А куда Гена, куда ее понесло? Катюня? А? Ты ямы, видишь, какие красивые эти для пёрдов выкопал? Напердолил, так напердолил. Ты что, Марат, ручная работа. От Сережка, я так и знала, с кем детей рожать. К вашим услугам. Лучший. А рога какие имеют, а посмотри. А? Заснеженные. Так это тоже я тебе их нацепила. Я ж бабы Кате не позвонил сегодня, елки-палки. Ты что? Аж кнопки замерзли. Марат, вы налили уже, Марат? Я уже, да. Алло? Алло, баб Катя, родненькая, извините, елки-палки, профукался это зимой. Ямы копал! Я ямы копал оператору, да. Целую, люблю, что вы понимали, даже не знаете себе как. Очень сильно. Ага. Ох, у нас тут замело, ну его в баню. Но теплый плов. По какому рецепту? Как их звали? По креольскому, да. Для вас мы исполнили. Все. Целую вас и ваших карасей. Ага. Сними наши рюмочки. Ты посмотри, это произошло за 15-20 минут. Марат, как это все красиво. Слушай, а это еще красивее. А теперь, если вы хотите, как это, лечь лежа, иди сюда. Ты посмотри, как запорошила мой бокал. А? Ты что, настоящая мороженое? Боже, вы придурки, Сережка. Скажи мне. Самовар, Славик, это жин. Короче, здесь это музей ходячий. Еще и попробовать можно. Блин, ледяное, куда ты его пьешь? Вкусно? В себя, оператор. Ребята, не забывайте, что у нас блюдо. А, мы ж плов. Мы ж плов готовили. Ну, извини, не плов. Даже... Подожди, Сережа, Марат налил, мы сейчас выпьем, а потом снимем вот этот бушлат. У нас плов важнее? Да. Все, не плов, у нас не плов важнее. Джамбалая. Стой, не торопись. Сика. О! Так, тихо. Шпаги на голо. О, это ужас, как красиво сегодня. Катюня, я только открываю, и ты ныряешь. Хоть бы Инстаграм сняли вообще, а? Да оставь ты в покое, там холодно. Какие погодные условия. Я открываю крышку, она ныряет, ты держишь ее за ноги, понял? Да. Чтобы давай, сюда прямо... раз, как два, это? Три, готово! Ура! Что это такое за прелесть? Ой, мама, что это? И что, Марат, стоит? Ну я же могу помешать. Можешь. Посмотри. Ты шо? Не, мы даже лучше, чем креольцы сделали. Полю. О, какая, блин, чеснок! А колбаска! Булькает, ты слышишь? Да. Пошлепывается. Ой-ой-ой-ой. А вы прям в казане занесете туда? А копченостью как повеяло. Вообще, это именно взрыв какой-то. А давайте мы в казане занесем, на плиту поставим. Мы так и сделаем, наверное. Ах, какая я молодец. Хорошо я придумала? Зачем на плиту? На стол сразу. Не, ну на стол так некрасиво. А я хотел сказать, ах, какая я молодец. Ребята, это очень похоже на плов, но это не плов. Вкус совсем другой. Специи. Сереж, другие. Ты можешь поднять вот эту... Очень вкусно копченно пахнет. Просто, Катюша, просто не... я же хочу, чтобы было красиво, еще и колбаса. А посмотри, перчик какой. Ай-яй-яй-яй-яй. Мама дорогая. Поплыла, все, поплыла. Пошли пробовать. Да подожди, давай, дай порадоваться. Перемешай быстренько, чтобы он остался горячим, накрывай. Ага. Катенька, иди передай весь сыми с этой блеска колбасы. Я ее рыбалил два раза, еле поймал. Шикарный вид. Еще и пар идет. Все, погнали пробовать. Ты шо, ты шо. Закрывай. Финальный аккорд. Начал. Можем выпить. Готово. Давай. Пейте, не хочу. Стой. Стой, говорит. Лучок. Это у нас свет, это у нас свет не дали. Я быстренько хочу сказать, Алечка, спасибо огромное. Лучок, как бы нам... Алечка, если бы не вы бы сидели точно без света. Да, вот этот свет есть благодаря вам. Австралия и все ваши кенгуру, чтобы вы нам были здоровы. Ты шо, работает и помогает таки нам. Да, блю эти подключили. Шо? Зеленый лучок. Туда надо? Добавляй. Бери вот так вот своими нежными резкими ручками, добавляй, давай. Ты что? Правильно? Правильно, он там растает, но там же у нас все горячее. О, так это еще сочнее, вкуснее. О, это главный ингредиент, снег. Как он аккуратненько, Марат, начинает таять? Бомба. Ребята, я уверен,
на всем пространстве Ютуба такого блюда никто никогда не готовил. Марат, я тебе хочу сказать, что таких персонажей, как мы с тобой, тоже нет, так что... Не, ну посмотрите на это, посмотрите на это! Это от моего пиона, от какого-то. Так я же еще и не посадил. Уже проросли? С коробки, наверное? Ой, смотри, как красиво, Сережка! Это, блин, так красиво, капец просто! Посмотри сюда. Что? Это я вам закуску с Катей делаю. Заснеженный перец? Марат, как красиво! Так, казан горячий, я буду нести. Хватит тут выпивать, идемте там поедим. Уже приморозил. У вас уже рот плохо разговаривает. А что вы мне дали вот это? Что мне с этим делать? Мне же выпить надо, Марат. А, все, понял. Давайте. Давай. Серега. Я уже, ну его в бане, не могу с вами, сильно мне холодно. Какой чудесный день, готовить мне не лень. Какой чудесный яй, песенка моя. Так, что, выпрямился? Марат, от всех креольцев тебе благодарочка на. Что? Вы будете показывать, как вы пробуете? Будем. А что в этом постыдного? Конечно, будем. Хорошо. Все. Милости просим, домой. Пройдите в кабинеты. Сережа, ты закрыл Марата. Welcome to my home или to my home. Туда-сюда иди, короче, пошли. Все. А его возьмем? Деда? Да. Кать. Ну смотри, какой. Пусть стоит. Блин, это что-то, это просто что-то. Надо мне что-нибудь, доска, а нож за снежная сабля. Шикардос. А там нельзя включить одну лампочку внутри? Какую? Что? Все можно. Все можно. Хорошо, я захожу. Давай, давай, жди нас там. Калюша. Кс-кс-кс-кс-кс. Калюша. Это первое на очереди на наше блюдо. Это царица Микунов. Ты чего говоришь такое? Какое блюдо? А, она будет наше блюдо кушать? Я думал, ты ее хочешь спустить на блюдо. Ну ты, Марат. Живодер. Фантазер перегрелся. Ну что, это его любимица, Марат? Да. Ну конечно. Посмотрите на нее. Тигрица. Это моя кошка. Моя кошка. Его кошка. Кс-кс-кс-кс. Эх ты шо, звезда. Иди сюда, даже поднять ее не могу. Эй, и шо? Не, не так надо брать. Как, как? Вот так, как их берут, Микунов. Да то пусть в Инстаграме так берут, елки-палки. Тихо, 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 тихо. Понятно наша. Извини. Да. Катя. Она своя. Ты будешь подсказывать подружкам своим, а не мне. Мою эту любовь, будю. Красавица. Да. Ну шо, показала романтику? Марат, у тебя сегодня свидание, ты даже этого не знал. Да. Все, а я быстренько включаю свет. При свечах. Полюбовалась? Угу. Ого-го! Вот тебе ого-го, елки-палки, по-нормальному. Давай быстрее, пока блюете не сел. Ты шо, Марат, ты видел, какие ножи аккуратненько? Слышишь? Да, а чего ножей не хватает? Сережа, выкладывай вот это блюдо. Посмотри, ты посмотри, пошел, кто пошел, брал пошел. Пчак и почему не на месте? Помоешь, вернешь. Ой, мой маленький уголок. Это его достопримечательность. Это Марата подарки. Елки-палки, Маратик. Давай бегом. Счастливый, Марат? Я счастлив. У Сереги теперь есть для всего. Главное, что он пользуется всеми ими. Понимаете, ребят, ножи не должны быть. Катя, ты не умеешь снимать, дай сюда. Пусть Марат говорит. Там ножи, там все. А каждым ножом надо работать. Нож не должен новый просто быть. Вот у Сереги, как у меня, все ножи рабочие, он ими пользуется, он ими работает. И на видео, и дома. Марат, здесь каждый иероглиф написано они, для липовачи, елки-палки. Они просто суперские эти ножи, конечно, но ножи должны работать. А это ребят. Вообще такой шедевр, что не у каждого японца есть? Серега, даже твои, это, как я, сабля эта, которая тебе... Она вот. Тоже будет работать. Мы будем... Эксперты те, что знают... Засовывать ее и прокручивать. Короче, я понял. Все, не могу я с вами вот это вот снимать нормально. Я там, а вы... Фу, елки-палки. Ну, опять мы с тобой... Да вы же даже не понимаете, что я хотел, у меня душа раскрылась и благодаря вам сразу закрылась. Ты что? Вон, зелень твоя растаяла. Миланя, ты будешь пробовать? Она уже там танцы танцует. Миланька? Да, горячий. Горячий, горячий. Красивый. Ой, так. Какой аромат оттуда копчености все этих пошел. О, эй, а теперь пахнет дома по-настоящему. Что ты патефон не включил, Сережа? Катя, ты успокойся, не все сразу, елки-палки. Такой мороз пережили, она мне говорит, что еще и патефон. Ну,
Марат, я тебе хочу сказать, что это будет мой любимый неплов-плов. Ему не до этого. Это очень, очень... Ребят, это совсем не плов. Вот поверьте мне... Там уже все поняли, все знают, как ты готовишь плов, что это не плов. Это, конечно, блюдо с рисом. Оно... Но это не плов. Но оно побеждает плов по ароматике. Это невозможно просто. Да, это невозможно этим дышать у меня. Хотя я из последних сил говорю. Все так захотели кушать, что же замолчали. Я не могу просто говорить и не могу остановиться, потому что у меня там переполняет уже этот нектарин во рту. Так, хватит, да? Это только мне. Фу. Марат, бери, нагребай. Или как это? Или давай руками отсюда, как ты хочешь. Вот. Катюня здесь подготовилась. Колбаски, чтобы попало мясо. Обязательно. О, и колбаски. Я хочу тебе там что-нибудь еще и... Не надо больше. Ничего. Нет, да чего ты, что ты опять голодный, ну, уедешь? Да, 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 да. А сегодня вряд ли уедешь, но будешь... Сытый, Катя. Сытый и довольный. Вижу, Марат, вижу. Это счастье какое-то. Одним словом, здесь это можно рассказывать вечно, но то, что делают здесь копчение, пропаренное рисом, это без слов. Миланька, оно же все горяченькое. На, ты наш первый дегустатор. А ну-ка, открывай ротик. Еще? Все. Мы даже можем и не пробовать. Короче, друзьяки, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня приготовили непростое, но очень вкусное блюдо. Правильно? Марат и одесский Липован. Всем пока-пока. Чао. Да, Миланя, а теперь можно наяривать, короче, что там, где там, колбаска, мяско, что угодно, да, чтобы она остыла, а вот есть что-то, кусочек курочки, дай. Что, вкусно, Марат? Очень. Катя, у меня аж... Копченость просто прям... У меня аж под хвостом трусится, как мне хочется присесть двумя руками, короче. Есть такой аль-денте. А ну на. Ты что еще снимаешь? Да чуть-чуть. Ты уже. Ну просто они грех. Тогда уже ребенку. Ну красиво. Поесть. Пожалуйста. Она же оператор, то угомонистый. Да. Вкусно? Еще. Кормите, говорит. Аж чмокает. Застеснялась.